Говорит Ваня, и говорит Ваня, у меня не фуллово, у которого 12 чаров в гильдии, все фуллово. 6 фуллово, 4 спека, 3. Давайте бафы, быстрее бафаемся, я кулаки раздам. Я уже раздам кулаки. У меня только фулловый шаман, хил спеки и все. Еще я раздам, простые. 6 персов фулловых, надел 5 в этой гильдии. Ну вам надо что ли? Вообще забейся. Кто там каски? Поклонский, раздай каски. Ты что, у нас, смотри, у нас целых 5 паладинов, Олег. Это 5 раз можно мины разбить. Ну вот, смотри, на первой фазе мы не разбиваем мины, никто из меликов не подходит к боссу. А на третьей фазе я с Трисси разобью мины. Идет? Окей. Просто знаю вас, в этом запорите на первой фазе. Уже так было 1000 раз. Каску магом бафните. На тебе каску. Камень институт. А крест магом бафните. Ребят, подождите, моба приведу, подождите. Да забей, давай, пуляй, короче, уже все потеряли. Кнопку нажми, кнопку нажми. Давай, я запулил. Я сбегу, черт, не успел. Ну, Ваня, ну как так-то? Да ну, не холи приз. Ой, смотри, я копию прожал. Моба, бейте, и моба забери на себя. Давайте еще разок бессмертия сделаем. Мины, ребята. Мобы раскидались, не ходите по... А, там бомбу кто-то взорвал, мне показалось. Нет. Взрывает кто-то, нет? Под бабом. Беги, малышка, беги! И так бы газа. Не знаю, что-то с минами сделаем. Зачем вы в куче стоите? Чтобы получать урон больше. А, сейчас мины будут, что-то сделайте с ними, под баблом взорвите. Ну, Поклонский, иди повзрывай под баблом. Видел, где старые взорвались? Да, классно было, да, мне понравилось. Шоковый будет, шоковый сейчас будет. Беги, малышка, беги! Мины 15 секунд, надо успеть долить. Или еще раз придется взрывать. Да они исчезнут, я же повторяю, они после первой фазы автоматически взрываются. Можно просто, чтобы РДД били и все, это на 40 секунд медленнее босса убьете. Нормально. Че, никто не задел мины? Да. Рекаунт шел. Че, все впереди. Олег, ставь метку на себя и войди там рейд, у меня ассиста нет. Хорошо, я вот так буду. Оп. Так. На тебе ассист на всякий случай. Void Recount написал. Интересно. Давайте сразу подходим в центр, огня нету все равно. Можно просто бить. Да. Я вот не знаю, тут ваншот от эти ракеты. Видите, сзади две ракетницы. Да, этот босс пускает две ракеты во время этой фазы. А, и ледяная бомба тоже нету, да? Нет. Боже, можно даже переводить до обстрела. Смотрите внимательно, будет красная ярко на полу. Надо будет уйти от нее. Вы не успеете добежать. Будет красное место, берите. Будет от нее выйти. И за спину. Смотрим внимательно. За спину перебегаем опять. Сейчас будет обстрел, не успеем. Надо будет за спину зайти. За спину. Добивайте, все, молодцы. Хороший обстрел. Фух. Вот это потрясающая тактика. Исполнена 101. Идите сюда в круг. И РДДшки бейте сейчас башку. Точка, идите. Вон, башка появилась, бейте. Притяните ее. Попробуй хваткой притянуть, нож починили. Не, не чинили. Че раньше может было. Осторожно, он пускает этот ультразвуковой луч. Надо в одну точку сбежаться. Так, че этот луч дает, сейчас посмотрим. С него, короче, просто мобы вылезает и все.
Искра снимала, поверьте. О, этого чувака. Сейчас я поставлю метку, но с ним можно чего сделать. А, вы уже убили его. Магнитное ядро. Юзай на босса. Притягивай его к земле. Он притянулся, быстрее убивай. Чили. Хорош. Так, сейчас будут мины. Босса в центре держу, да. На тебе метку. Если что, стойте в кружке, а я просто повзрываю мины. Вместе с Трисией. Встаньте все под босса, потому что сейчас мины раскидаются вокруг. Не дай бог вы сейчас заденете. Трисия, не взяй только топор, не укратили. А где Рост? Давайте Рост. Ну я, мы вырастаем на 30%. Сейчас ты одновременно следить, не забывайте. Уже надо в тело переключиться. Так, я пошел взрывать мины, Трисия тоже. За кружочком же бежим. А ты красный случай, уйди просто. Так, все, мины взорваны, осталось добить. Голова умерла. Добивай, снизь. Беги, малыш! Беги, малыш! Звезду ставь, звезду. Спасибо. Что, идем на плюс 0 тогда? Идем. Давайте плюс 0. Я захотел плюс 0. Это 18 тысяч ЕП. Сколько? Дайте мне, пожалуйста, распределить лута. Он на войде. Войде. Что? Я же рыл. Да все, резко. Не, идем на этого. Грабуса осталось. Господи, чего? Давайте без смерти хотя бы этого генерала сделаем. Давай. Поддержу. Защитник. Я не пойму. Смотрите, ребята, почему делать? У нас есть портал к Йоксарону. Мы можем сзади подойти и сагричить стенку генерала. Надо прокрываться. Да, потом будем от копи убегать прям к этому к Йогу. Сам будет. Дверь закрыта, мы никак не сможем через стенку пройти. Дверь. Я сейчас посмотрю. Сагрик, не можешь? Мы убьем Йога и все. Я могу генерала сагрить. Ладно, я сейчас багну дверь, не переживайте, сейчас раскрою. Куда прокинемся? Давайте, пацаны, увидимся все через 2 недели. А куда ты уходишь? В бан, сейчас мы все уйдем. Не на 14 дней, сейчас 360 дают. Где наконец-то локом поиграй? Идите нахер, у меня на этом аккаунте все мои персонажи. Два не юзай камень. Я лучше в кунты пойду. Пойдем. На кого идем сейчас? Оранжерея жизни и идем на коридор искусности. Зал воспоминания, надо нам туда попасть. А, да, подожди, я топанул. Это коридор искусности, это Мимиру. Зал воспоминаний. Это сейчас как раз то время, чтобы можно было вам вспомнить самые интересные моменты, связанные с гильдией. Давайте. Нет, я предлагаю с Ульдуаром вспомнить. Так, я кинул стражи покаяния. Самый классный момент был, когда Войд получил голову, и ему ее откатило. Да, потом второй раз еще получил. А потом, когда вы получили эти головы, резко перехотели играть. Я же. Тогда, ну сейчас да, уже ходишь. Я и так. Подожди. Смотрите, у меня есть замечательное предложение. Сейчас Визак с этой смерти убьем. И на завтра, например, Алголона ставим плюс 0. Будешь Алголона не так смотреть. Не, хуйня идея. Какого? Извините, пожалуйста. В понедельник никто не ходит в льду. В понедельник ходят с психопатом ЦЛК. Саня, вспомни неделю назад, ты 15 тел собрал, все. Не больше. Но тоже был вторник. А в понедельник будет 20, да? Блин, так плюс 0 охота сделать. Уверен, что мы убьем сейчас этого босса без смертей? А плюс 0 там уже мобы таунтятся? Да, все починили, там все идеально. Нет, на самом деле бессмертен тут. А мы будем хэм делать без смерти, либо просто режим без смертей? Просто режим без смертей. Тогда может мы все в одну точечку вставим? Ну да. Там типа больше дамаги будет. Вы можете либо в одной точке, либо так по две пати. Тут вообще без разницы. Но лучше в одной точке. Так в одной или в двух? В одной.
В одной. Я всю жизнь ходил с двумя. Можете в одной стоять, тебе без разницы. Ну, типа, когда ты стоишь в одной, то там этих бомбочек больше падает, и они не стакаются, короче. Должны стакаться, но тут они, походу, не стакаются. Че, копья-то? Не-не-не, они стакаются, стакаются, там по 170 тысяч сова бьет. Ну, вот. А ты понимаешь, что сова может потом сорвать агро? Вот вы настакаете эти лужи. У нас, смотри, да, сколько хантов. Да, за агро последят все. Посмотри, сколько у нас хантов. Да, вчера было 3 ханта тоже, и рога. Ну, а сейчас 0 хантов, так что не ссы. Я, короче, вниз пошел. А что тебе надо отдать? Еще раз напиши. Самое главное, что у нас сов заебись, прям есть кому срывать. Ну, не совы, вон маги сорвут по-любому. Ну, у нас так вот 3 лужи, так это сорвут по-любому. Потом вы будете плакать, что... Резать нас. Бессмертие единственное, это... Мимирон, короче, вот его надо прям планировать. И все остальное делать вот, просто на автомате. Вот, я ходил во все ульдуары, единственная сложность была это с Мимироном. Просто все, больше никакой сложности. Но мы тогда все получили эту ачиву. Да. А без смерти мы тупо везде делали на шар, никогда мы не планировали. Да, и вот Йоксерон мы делали без смертей. На Мимироне 4 человека только ачиву получили эти, ну, завоеватели. Да почти все получили. Почти, вот сейчас нет. Ну, ладно, сейчас Аурию тяжело, но не тяжело. Я имею в виду завоевателя. А, завоеватель. Только 4 людям осталось это ласточило, которое мы долго не могли сделать. Спускайте, кстати. Мне только Мимирон нужен был тогда, а и другие. Сейчас сложнее сделать еще Калагарн, теперь и Аурию, потому что мобы не таунтит и сама Аурию. Ну, не станется, точнее. А все остальное это проходное, на самом деле. А вот этот вор Факидон, он же делается и... Без рейда, да? Соло, может быть, короче, садишься в тачку, ягришь 100 мобов. Можешь просто 3 майка сагрить, подождать 2 минуты, там выстрелили. И бить их. Все. Случило. А где берется на бутылку квест? Она покупается в грязовой гряде. За реликвию Эльдуара. Он за репу? Нет, а, нет, 10 реликвий Эльдуара стоит. Там цепочку, по-моему, надо пройти квестов какую-то, чтобы фракция это открыла. Нет, 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 по-моему, сразу. Ну если сразу, то вообще легко. Ну сразу квест дает место крушения Грамарша, короче, там. Где точечный кружочек? Почему эти мобы контроль не берут? Потому что это не будет. Так они должны, типа, в контроль брать. Ну, Краш, это админом машин. Так и напишешь. Окей, Седдер, ты тут, Седдер? Нет, Седдер, почини, пожалуйста. Да, что починить? Чтобы эти мобы брали в контроль. Сейчас за отвертку схожу. Отлично. Он только один смеялся. Оценил, я поддержал. Так, ну чё? Будем босс уже? Нет, нет, звездочку. На тебе звезду. Го сюда, РДД. Сюды. Так, мне надо 2 хила. Мне надо 2 хила под босса. Это, короче, Дессер и Юрит. Вы будете хилить меня по очереди. Юрит, ты первый. Потом, как у него тиамана Юрит кончится, Дессер, хилишь ты меня. Милики, все в трусы сейчас вставайте, а все РДД. РДД, идите звездочку. Идите все в звезду, РДД, конченые твари. Все милики и 2 хила, кому я сказал, идите все в трусы. РДД, вы хоть знаете, что делать надо? А РДД в одной кучке или в две? Да, в одной кучке будем стоять. Идите все в РДД, идите все в звездочку. Давайте быстрее. Сакрафайсер, конченый. Серсея, нормальная. Паренька, конченый. А, подождите, короче, Войд... Ты танчишь первый, вы будете хилить Войда. Юрит, ты первый, Тессер второй. Вы хилите Войда, Войд танк. Все РДДшки идите в метку. Эта метка стоит, не вижу, вот звездочка. Все РДДшки идут туда. А все милики и 2 хила, кому сказал Юрит, Тессер, вы идете прямо сейчас под босса, вставайте как на ребре, во фрейм.
уши на себя повесим. Все, и тут стоите. Мы просто сразу убиваем. Да, конечно. Ну, только да, РДД, что расходитесь вправо, либо влево, когда вас будет кидаться эта штучка. Не стойте на месте. Если за звездой ходить, то еще тенефобию сделаем. Да, это не точно. На ком будет, типа, вытягивание жизни, уходите назад вот сюда вот. О, это, кстати, это очень плохо. Вот, минус этой тактики в этом состоит. Если кто-то тупанет с этим лучом, босс полностью отхилит тебя. Ну так... Кстати, Олега, слышишь? Ты бы лучше в хила спекнулся. Да тут два хила... Зачем? Тут два хила хватает. Ну, когда, смотри, когда зеленый луч пойдет, мы не успеем захилить. Да не ссыте вы, только РДД не бейте просто так босса сейчас. Сейчас мы настакаем этот лучик, потом дадим рост и убьем этого босса на изи. На изи, изиче просто. На еще на ком изиче? Дайте хотя бы 4 лужи стакануть, и все. Все, все готовы. Подходите в трусы. Павик, подходите в трусы, сейчас босс начинает. Какой танк начинает? Слава начинает, тут один танк. Най, Славик, начинай. Вячеслав, духа. Просто стакаем хрень тут. Там пимпов, кажется, походу. Смотрите внимательно сейчас. По скимпу ПК. Скопье бомб. ГЦ Сакрафайсер. Сакрафайсер, нахера? Дальше ждем. Один додик, что-то там что бегает. Не так. Прости, конечно, что тебя обзываю. Нормальный турист. Дрифт. О, выбежь. Бежали, побежали. Что, провалили? Перевернулись. Перевернулись. Да, уже. Да не провали. Да, они не провали. Побежали. Не. Нормально все. Вернулись опять, бейте. Вытягивание жизни. Сейчас, смотрите, побежали. Зеленые лучи. Выбегайте далеко к выходу. Пизда, ты отхилился просто. Я уже сказал, не хватит хила. Надо в двух расстоять точках, как всегда делали. ГЦ спал. Бейте, босс. Нормально. Я у трусы за трусами бегать. Дезер, можешь подумать? Нормальная тактика. Надо было просто отбежать раньше. Варенька отхилил 5 лямов боссу. Разбегайтесь друг от друга случайно. Выбежали. Мне кажется, никто никуда не бегает. Прямо они не понимают. Ну чё? О, а я, короче, вылетел, походу, с сырками, не слышно было. Варенька, ты упырь. Не умеешь бегать с меткой. Да. Сейчас мы застакаем, убьем за 3 секи, блядь. Чё Варенька делает? Вот сейчас Камин стоит в рейде. Камин, молодец. Фу, Виталий, 10 миллионов скинул ему. Что вы делаете? Вы что, с меткой? Дотики, видишь, не могут с меточкой отбежать. Сейчас мы накрутим. Сейчас будет опять метка. Хуйня на полэкрана летит, неужели я не видел? Как? Следите. Кстати, мы не... Меточка должна назад выносить. Вот, вот. Вот. Ну зачем просто с ним бежать? Не надо так далеко убегать. Достаточно вон просто назад отбежать там. Вон, где труп Фрости и все. Ни разу на дебосе, что ли, не было? 12 игровых метров убегать надо. Этого достаточно. Ну а там пацаны до выхода инста убегают. Давай сейчас на Вареньку кидается и после 15 лет. Варенька два раза стоял в рейде, красава. Слышь, завались нахер, тормоз, ты сдох, блин. А я хоть не сдох. Я сдох из-за чего? Из-за того, что меня не хили. Пимп, уходи. Отходи от пимпа все. Конченый пимп. Видишь, тоже побежал, смотри куда. Еще никто тенефоги не провалил, почему-то. Провалено. Запорожил уже давно там кто-то. Просто там не отбежал. Костя лох. Сейчас будет метка, давай, на Варенька, пожалуйста, кинься на Варенька. У меня кинется, я пойду к миликам, подбью вообще, слышишь? Даже босс гонит. Нормально, молодцы.
Хорош. И сколько очков получили? На мейн. Ура, я выиграл. 8 тысяч только отхилил. Короче, а я 5 миллионов. Каким режим делать, плюс 0 или нет? Вот, если тебе надо, то я тебе дам. Давайте пойдем в реску, а потом на плюс 0 соберем отдельный рейд. Плесните, пожалуйста. Дай плечи. Сейчас, наверное, было вообще в режиме засчитали. Радимал, плечики отдай. И резни мне. Порасите людей. Кинь плечи не, на ролл. Сакрапас, я тебе не отдам, ты не исполнял команды РЛ. Ты не стелл. Да, ничего, что я, кто был в команде РЛ, кто был уже там психа, все ощи управляли, проебали. И именно они как раз таки попали. Я все делал как надо. Это варенька просто ну, лопнула. Ну-ну. Видишь, что я сдох из-за варенька, он не выбежал с меткой, меня убила метка. Ты не виноват. Как я делаем? Могу быть виноват? А что делаем сейчас? Бьем. Кого бьем? Бьем с хранителями или без? Плюс ноль бьем. Зачем хранители? Сейчас я паролю плечи твои. Не вижу, только где они? Да, я пойду запущу, давай, и не давай. Будет вопроса. Я готов на ролл плечей. Иди запускай хэд, хардмод режим. Хардмод режим? Не, не хардмод режим. Хранители запущу, и не будет вопрос, с или без. Если их запустить, будет хардмод режим. Да. Короче, я запрошу. Не знаю, как вы. Да 5000 ЕП, это считай, почти ну, 2 РС-ки. Да, зачем РС-ка? Зачем там за 2000 2 часа просто... Сделай же хранителей. Он не запустил нормально. Что не запущено? Короче, я могу на ШП тогда перезайти. А что делать? Что это? Мне некуда, делаем десеру. Я там, короче, на стенку ВК скинул. На эту страничку, там где драмы качают, давайте тоже скачайте драмы, пойдем все смотреть вместе. На эту фигню забьем. Короче, а что не запускаются хранители? А наверное... Бебоп. Плюс ноль придется делать. Бебоп, ты смотрел новую серию ходячих? Ну, которая была в том понедельнике. Я не знаю. Я знаю, но я так и не успел посмотреть. Знаешь, что будет в новой серии? Подожди, я тебе умрут закину, чтобы ты не там Карл умрет, короче. Я где он? Ждал его долго, не видно было его. Ганда, гандо не глаз, зачем? Не пофиг, что он говорит, я бы замутил, даже не услышал, что он сказал. Он сказал, Карл умрет. Карл умрет, не услышал. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, там баг с хранителями, они могут не запускаться. И выбора не будет, либо... Убиваем плюс 0, либо траем. Ну, либо другие. Хорошо, давай сейчас просто запустим, посмотрим, есть плюс 0 или нет. Если нет, то я накидываю 7 КИП, и мы идем в РС. Окей. Могу в танк аспект носу, тут танк полетит, но бесполезен. Это мой несерьезный какой-то подход у нас к этому инсту уже пошел. Может там РЛ только запускает, гелик пробует. А на мне РЛ, я сейчас прошелся. Я не понял, мы бьем мы в том случае, если плюс 0 выполняется или не выполняется, если или мы бьем так. Если выполняется, то мы его выполняем. Или а что? В чем отличие плюс 0? Ну вот если он не выполняется, то мы его не сделаем. В чем отличие плюс 0 от простого режима? Да. В том, что у тебя меньше ХП, меньше урона по боссу. Ты не можешь восстанавливать энергию со стаками и так дальше. Все вроде. Ну, еще разница, что там конченый маунт падает. Да, и осколок. Не, это я знаю. Энергию нельзя восстанавливать, вот у этих лучей нет зеленых, да? Угу. Ладно, короче, давайте, заходите за ИП. Да. Нет, ну... Че, убьем так-то тогда? Или как-нибудь? Уходим, Нет, начисти на пало мне, пожалуйста. А мне на кошечку.
на киску. Ну этот забагался.